Саш, с возвращением из сборной, расскажи, как провел время в столице Беларуси. Да, особо один раз посходили погулять там. Красивый город, чисто. Там река какая-то была рядом. В принципе, были в центре где-то. Красивый город, деревья, там уже плюс-минус наступила весна. Но последний день снег пошел, конечно, но ничего. Когда приехали из сборной? Приехали, получается, 29-го. И уже вечернюю тренировку провели вместе с командной, в общей, и получилось, ну, в принципе, тяжеловато, но сами восстанавливаться успеваем, сон, все. Сейчас у вас сборы заканчиваются, после этого идет плановая подготовка к первенству России? Да, будет неделя до подготовки России, уже в обычном режиме будет недельная подготовка, и потом уже выезжаем в Крымск. Крымску готов? Да. Красавчик, спасибо.